Привет, Бинканале у Лизы. Сегодня мы будем делать домик, но не для животных, а для меня. Будем делать домик, как на дереве. Да, у нас есть домик на дереве, но он очень высоко. Сейчас мы вам его покажем. Вот наша собака. Вот наша груша. И на ней есть вот такой домик. Снизу вот видно люк. Раньше там висела лестница. Это был Ромин домик, но он очень высокий для Лизы. Поэтому мы сделаем немножко по-другому. Сейчас мы покажем домик сверху. Открывай окошко. Какая тут жара. Вот он. Это мы сейчас находимся на втором этаже нашего будущего дома. Тарзан! Много мха на домике. Да, вот домик весь зацвел. Ну, потом Лизонька подрастет, сможет и в нем полазить. Только лестница. Тарзик! Тарзан! Не хочет выходить, жарко слишком. О, чуть-чуть покажем наш строящийся дом. Лизонька побежала в свою комнату. Кусочек, небольшой рум-тур по будущему дому. Беседки. Да, мы его построим здесь, вот на этих четырех столбах. Почти как у Эллиди на деревьях, да. У нас будет на столбах. Мы уже заготовили разные веревки, канаты. Сейчас будем натягивать, а накрывать будем одеялами. Да. Капец, мне папа прилетела слива. Только камеру включила. Это заснялось интересно. Заснялось. И вот, чтобы нам качеля не мешалась, мы ее привязали вот к одной сливе. И вон там ко второй сливе. Мы уже натянули стропы. Вот сделали такой квадрат. Дальше будем сейчас мудрить. Брожилькина, давай на прочность проверять. Да. Куда-нибудь висни. Сначала на один край. Да. Давай. Так. Хороший. Другой край. Вот. Давай, давай. Боюсь, что порвется. Да не порвется, папа тут уже все усилил. Ага. О, и тот. И сверху сейчас папа постелит ковер. Чтобы в дырки не проваливаться. Давай, не бойся. Давай, давай, поднимай. Вот, просто растягивается и трещит. Все, проверила все. Теперь можно и стелить. Лизунька на ковре самолете. Давай, балансируй, как будто ты летишь такая. Молодец. Прикольненько. Не проваливаешься? Очень хорошо. Постелили одеяло, принесли кучу подушек. И игрушек. И игрушек. Давай, наводи порядок. Сейчас наведу. Сейчас еще стены построим, на веревке повесим ткань специальную. Вот это у тебя теперь свой дом. Будешь тут жить? Нет. Челлендж 24 часа. Одна? И ночью? Нет, не одна. Не одна? С игрушками. С игрушками? Ой. Так, папа тут нам навязал веревки и принес ткань. Специальная ткань, укрывной материал для теплицы или строительный какой-то, непонятный. Лиза, как будем делать стенки? Чтобы вот такая была узенькая комнатка или широкая? Широкая. Прям широкий такой большой дом? Тогда будет дырки вот здесь, вот где одеяло заканчивается. Вон там и вон там. Почему? Ну, перекинешь туда. На вторую половину на вторую забрасывай. Перекинула. Вау, красота! Шатер! У Лизухи свой шатер.
Восточная принцесса на ковре полетала, да? И стала сразу принцессой. Обустраиваешь территорию? Девчонки уже заждались, хотят тоже тут поиграть. Подружки Лизины. Всем места хватит? Точно? Да. У Лизы волосы электризуются. Волосы наверх. Во, еще кусок ткани повесили. Да сейчас закроем. Вот это класс! Вот это домик! Можно тут спать ночью. Будем ночью тут спать? Все вместе. Боишься? Боюсь. Ну, с мамой, с папой раз боишься? И Рома еще. Ну, и Рома. Все, домик готов. Лизух сейчас провалится. Ты, ну да, вот на перекрестие вставай. Класс. Надо, наверное, матрас еще постелить. Вообще будет мягко. Да. Смотри, Дыме тоже понравился. Мне там снизу свой домик. Тут котики устроят сами. Да, котики сюда залезут. Нет. Не надо пока. Они тут в ожидании. Серик. А теперь пойдем купаться. Вуаля, Лизуха уже переоделась. Да. Побежали? Побежали. Побежала. Нет, не здесь. Кто вперед, папа или Лиза? Конечно, папа. Конечно, папа. Ёж. Чистая водичка. Тепленькая? Холодненькая. Набрызгала папу. Давай, Рому, я ухожу. Нет, нет. Давай, давай, давай. Ты Лиза. Ура! Ура! Давай не снимать. Раз, два, три. Вау! Мы с камерой все мокрые. Я говорила. Давай, приседай. Лизоньке хорошо, можно поплавать. Давай, до папы. Папы, это легко. Да. Давай, Ром, теперь ты. Надо заснять, как мы волны делаем. Это будет супер. Но пока тут много воды не получится. Ребята, хотите увидеть, как мы делаем волны? Ставьте лайки. Это будет супер круто. Да, только нужно, чтобы поменьше было воды, а то вся вода будет на огороде. Вау, как классно! Ребята, вы любите строить домики? Ставь лайк, подписывайся на мой канал.